Привет, ребята! Сегодня у нас свитбоксы Hot Wheels. Андрюша, что там внутри? Машины. Внутри машины. Внутри машины? Внутри машины. Такая зеленая коробка. Открывай. Открыл. Андрюша, а что нарисовано на пакетике? Колеса. Белая машина. А вот сама машинка, пластиковая машинка. Давайте откроем следующую коробочку Hot Wheels, да, Андрюша? Да. И нам попалась вот такая синяя машинка гоночная. Пластиковая, очень легкая. Конечно, бы хотелось металлические, но это всего лишь свитбоксы. К каждой машинке прилагаются вот такие вот штуки. Описание к этой машинке гласит, что это шикарный скоростной болид с высокой маневренностью, бешеное ускорение, выше, дальше, быстрее для езды на пределе. Нам попалась еще одна зеленая машинка. А в описании к этому автомобилю говорится, что он агрессивный автомобиль с ревущим двигателем. Настоящий автомонстр. Неудержимый боец на треке. Как тебе, Андрюша? Да. Вот такие три крутые гоночные машины нам сегодня попались в свитбоксах Hot Wheels. Конечно, они пластиковые, и хотелось бы все-таки видеть металлическую машинку, как оригиналы, которые продаются в магазинах. Но это всего лишь свитбокс. Ребята, а как вам эти машинки? Будем ждать ваших комментариев. Может быть, кто-то из вас уже собрал целую коллекцию? Будем ждать ваших отзывов, наших комментариев. Спасибо большое, что были с нами. Если понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. И, конечно же, будем рады, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Пока-пока!